Представьте себе мир, в котором все здания, автомобили, электростанции, заводы, поезда и другие электронные системы подключены к сети и управляются через интернет. Преимущества очевидны, но не стоит забывать о рисках. Подключение к интернету позволяет удаленно нарушить работу систем, что может привести к серьезным последствиям, в том числе авариям. И этим уже воспользовались хакеры. Все подключенные к интернету устройства собирают данные, обмениваются ими, предпринимают какие-то действия. Через 5 лет таких устройств станет более 20 миллиардов. Это интернет вещей. Он может сделать нашу жизнь удобнее, проще. Но будет ли она безопасной, если любой хакер может нарушить работу всей системы? Почему эти устройства небезопасны? Основная причина – наличие уязвимостей в программах и в операционной системе. Создать программное обеспечение без ошибок в коде практически невозможно, а значит, любое устройство, подключенное к интернету, потенциально может быть взломано. Интернет вещей надо защищать, иначе он может превратиться в интернет угроз. Мы можем сделать интернет вещей безопасным, используя специально разработанную, встраиваемую операционную систему Касперский ОС. Специальный защитный компонент целиком контролирует поведение системы, и эксплуатация уязвимостей становится невозможной. Безопасная операционная система является фундаментом для обеспечения кибербезопасности интернета вещей, и Касперский ОС является именно таким фундаментом.